Nokia 3620S. Замена шлейфа кнопки включения. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 3620S». Шлейф кнопки включения идет в сборе с разъемом аудиогарнитуры и боковыми кнопками регулировки громкости. Его замена не самая простая операция. Для облегчения процесса шлейф необходимо нагреть, поскольку он приклеен к корпусу на двухсторонний скотч. После прогревания металлической лопаткой и заостренным инструментом очень аккуратно поддеваем и снимаем шлейф. Новый шлейф начинаем устанавливать с фиксации разъема аудиогарнитуры, затем фиксируем кнопку включения и боковые кнопки громкости. После установки аккуратно прижимаем шлейф пальцами. Все, шлейф кнопки включения установлен.